Так, ну что? Тогда давайте выполнять. Что делать, парни? Что делать? Давайте выполним все-таки этот челлендж. Ноль крипов. Ноль крипов до 30 минутки, ребятки. Ноль крипов до 30 минуты. Челлендж. Давайте все равно такие его выполним, мне кажется. Для Умарова это будет приятно. Узреть, так сказать, такой челленджи. Год челлендж сделаем, ребятки, все-таки. Не хочу съезжать с темы. Возьмем лесничка. Прошлой катки, если у нас не получилось, мы взяли Хускара по заказу героя, то давайте сейчас пофармим на Найксе. Я думаю, все будет огонь. Сейчас мы покажем, где зимуют раки и как они фармят леса до 30 минуты. И будет все огонь. Так что давайте поднимем сейчас себе немного настроение. Вот, мне сразу даже легче стало в груди, что я так это... Чисто, ну знаете, о, ну, продолжим челлендж, продолжим, потому что, ну, нужно. Нужно. Павел, это нормальная тема. Это нормальная. Самое главное, это ЧСВ-челики, которые в чатике много пишут во время игры. Надеюсь, ребятки, интересная будет катка. Погнали. Если сдоначит 3к, стринги наденешь, братан. Донать 100к. Донать 3к. Потому что я уже в них сижу. Вот так вот. Это было нежданчиком, да? Но... Как бы извини, они уже на мне. Сори. 3к, брат. Если вот не балабол за слова, отвечай, да? Давай, 3к. Ты сказал 3к? Давай, отвечай. Так, ну что, ребятки. Погнали. Лесочек весь наш. Кстати, братья, челлендж 02 ходил на вокере. И я на вокере психанул после 50 минуты. И начали пытаться выигрывать игру. Но не выиграли. У меня Санкинг 2.28 был, что-то такое. Короче, там все под 20 фрагов, короче, союзники. У меня смертей 8, по-моему, я закончил игру. Там жопа была. Так, я не понял. В смысле? А так что, 3к не будет, что ли? Блин, я бы показал, серьезно. Ну, типа, лол. Вот вы издеваетесь надо. То есть, вот так вот получается. Легко обмануть стримера. Вот так обмануть стримера. Легко. Мипа там, да, но типа если мипа хороший, то будет тяжело. Ну ты пруфни. Да что тебе пруфать, в смысле? Забанят меня аж на ютубе, как тебе пруфать, братан? Как пруфать, забанят же ж. Души его. И этого туда же еще. Хорош, монетку взяли, ФБшку взяли, погнали. Вот так вот, значит. Уж поверь мне, я врать не буду. Мозги. Мипа хейл, странный. Гуляшки. Гуляш. Ладно, я пошел. Давай, Алан, успехов тебе. Баланарчик на топе. Это, походу, опять тот же Боник. Зашел, короче, с фейка опять. О, пацаны, ну душат, душат. Подписчики злые. Злые подписчики. Доната не даешь, слота не даешь, все, ГГ. Хейтить начинают. Ки кончен буи. Тот-то лючбе. Это все. ИГГ. ИГГ. Я пришел поэкспиться и похилиться. Как видишь, хилиться я уже начинаю. Хорош. Я думаю, ты тут справишься, да? Я сейчас пока не хочу отводить. Хорош. Один КТБ, ага, ясно. Это не ТБ, это приватки, если что. Тут разные ПТСы заходят, играют. И 12к, и топ-игроки бывают заходят, держу в курсе.
Сорян, братец. Вот такая ситуация получилась. Секуру. Опа, уходим. Чуваки фарм забирают. О, две мипки уже. Мипки-дрипки. Еще с мипокеем, да? Одобряю. Все неплохо, когда ты начинаешь говорить с восточным хрен, льется кровь из ушей. Так не слушай, ушки затыкай. Чтоб нормалды было, брат. Какого лиса колотить? Левела чуть подстилили, третья минутка. Погнали. Балнар начнет душить скоро. Давайте ванды возьмем. Можно, в принципе, выходить на лайн, он будет подзадушивать, ванды кидать. Думаю, импакт будет. Меняет местами. Означает твой ник, инициалы. Так, балонарчик живой, да? Розовый и теплый. Хорошо. Урну купил. Он сейчас в лес пойдет, 100%. Я следующий, да? Господи, что за душниловка. Опять активчики. Урну кинул. О боже. Так, есть. Ну так вот, балонарчика пикай, дотку играй. Заходят челы, кстати, которых никогда в ТБшках у себя не видел. Пикает вот так вот балонарчиков, бегает. Вот так сделаем. Ему за мипаке и КЛК нельзя банить. Так, кто тебе сказал, что КЛК это вообще что-то такое, что есть? Это не... нереальная вещь. Да не стой ты к нему лицом. Он умрет. А, 20 маны. Блин, вот я там и на лайне вроде нужен, и фармить мне надо. Зе. На лайн нет смысла выходить. Ну, братулец, я как бы без замедла. Ну, как бы оно у меня есть. Но мне надо в упор подходить, чтобы это замедло давать. О, хорош. Пойдет. Фармим, мне нельзя. Да, не капсите в чате, ребятки. Плиз. Так, ладно, реабилитируемся по чуть. Можно вообще в ганк играть. Ванды раскачивать. Давайте так и сделаем. Сейчас начнем. Шестой левел ульт, седьмой, восьмой это ванды. И будем пытаться подгангивать. Выходить в лайны. Можно еще будет фазы сделать. Я, если честно, несколько вариаций проигрывал в голове, как можно сыграть. Через мидаст. Но мидаст тут не дадут юзать. Знаете почему? Потому что челы... Вон чел взял Балонара. Будет играть активно в любом случае. Будет хейтить. Будет напрягать. Хорош, экспу получили. Есть. Так что тут надо играть в активку. Давайте возьмем вот так вот тему. Леса подколачиваем, и там, возможно, на каких-то ромах.
ТДшка, Мипа. Нет, Мипа уже travel взял. Двух рожочков. Аппарат проблемой будет, конечно. Я думаю, вывезем все равно. В каком месте хен это инициалы? Все звать Аркаша. Фамилия. На К. Вот и Ксен получается. А далее Азес. Азес тоже имя. Если что. Хорошо. Но я сказал, ребят, желательно не капсите. Пожалуйста. Желательно. Миппа-дриппа. Бей, 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 не бойся. Я опять крипов зафармил. Ну, я так хотел... прикиньте. Ладно, один крип, ничего страшного. Один крип, ничего страшного. Ну, вы поняли, почему это... Я просто машинально, я даже не задумывался об этом. Я вижу ТП, нужно что-то предпринять. Я такой раз, ты... И тупо... Жесть. Но один крип не это. Я... Давайте не сейчас. Блин, я отвечаю. Я просто... Это просто рефлекторно было. Я серьезно. Просто рефлекс. Я даже не подумал о том, что сейчас как бы крипа заберу. Ну как бы, блин, ТП-шки, я ТП-шку сбил. Но я думаю, вы поняли, о чем речь. Серьезно. Жесть. Прикиньте, как оно. Ну один крип, пусть... КЗ. Пусть будет. Прикиньте. Чисто машинально думаю. Так, ты оп, сразу сбил и все. Чисто даже не подумал. Не, ну серьезно, прикиньте. Какая у меня борьба в голове происходила в этот момент. Ситуация такая, кто-то тпшится. Если сейчас он тпхнется, а это Мипа по-любому. По-любому заберет того и того. Это жесть. Давайте тогда сделаем. Раз одного крипа забрал, то, образно говоря, до 35-й, до 40-й минуты я не смогу выфармливать крипов. А, ну то есть, на какой минуте я добил, ребят? Напишите, на какой минуте я добил того крипа, и я скажу примерно, на какой минуте можно будет бить. То есть, опять 30 минут отсчитаем. То есть, 30 минут тайминг, не фарма крипов сделаем. Думаю, когда так можно будет сделать. То есть 30 минут без фарма крипов. Ну, чисто неумышленно, но так получается выглядит, знаешь, как, ну, как будто, типа, ну, все, провалено. Провалено. Сейчас армлет сделаем, будем с ребятами гангать. Газовать надо. Это жестко. Я вам отвечаю, это чисто не специально. Чисто не специально. Что там у нас, армлет, да, и остается. Итак. Ой, хорош, там пуш работает. Медас, да я не стал из-за Баланара делать. Из-за Баланара, потому что там бегать надо. И, в принципе, я выхожу на лайны. 8.45. Вот, ну, получается, на 38.45 только смогу фармить лайны. Давайте сделаем так. Чтобы было по-честному, немного переменяем. Переменяем, господи. Переделаем правила. Чуть-чуть. До 38 минуты не зафармить. Либо досрочное оканчивание игры. Все, армлет есть, погнали. Блин, я ж так же ж могу из героя вылезти. Печалька будет. Как крипа просто. Тупо как крипа. Ванды раскачиваем и душим. У меня ванды. Хорошо ж четверочка. Жесть, я по ней не промахиваюсь. Свинья промахивается. Прикиньте. Хорош.
Ой, сейчас будет тяжело. Арба. Арба. И... Дай-дай-дай, залезу. Спасибо. Б. Пойдет. Хорошо. Пойдет. Девятым. Ну, на 39-й давайте сделаем. Хорошо. Так, ну молнию не будем делать, то... Блин, или сделать. Блин, опять-таки... Ну, я умер. Айс чел закинул. Армлет нельзя выключать, может, и выживу. О, прикиньте, выжил. Прикиньте, выжил. Хорошо. По кайфу. Го. Ой, я готов. Давайте дагер сейчас купим, будем душить. Помогать команде просто и все. Хорошо. 2 кемпа с базы. Я мог стоять в дальнем. Че Найкса покупает Радик? Он же не такой профитный. Почему? Радиенс по кайфу ему. Фармить по кайфу. Радик прям пушка заходит. Тогда я первый выйду, чтобы ванды накинуть. Хорош. Души. Хорош. Ванды раскачаны, прям пушка. Расстояние огромное. Сейчас дагер, наверное, купим, будем грызаться. А можно вообще армлет сделать? Ой, армлет. Лотарович. Сильверейджевич. Найс стакаем. Найс стакаем. Найс, стакаем. Дамагу не буду в ульте раскачивать, потому что можно крипа зафармить. Ужастики какие-то смотрим, да, пацаны? Спасибо, ребятки, всем, кто еще на стриме. От души. 500 человек. Час ночи, это нормалды. От души, ребят. Вообще лучше башер какой-то начинаем делать. Да, знаю такого игрока. Хорошо, баланорчик. Какого баланорчика? Опа, смотри, что делает баланорчик. Дерется. Ля какой. Стой. А что ты уходишь? Рома, ой, Рома, 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 я ж такая, Рома. О, ну почти, почти, ладно, не удалось. Че только на 54, ничего страшного. Ханли, ты что, не отдыхаешь, что ли? Ну вообще дамага нужна. Там Рудги умирает, да? У нас есть телепорт, в принципе, в виде Сларка. Ладно. Не хочет подходить, да? Не буду бегать за ним. Хорош. Выходной. Хорош, я понял. Оу. Балнар говорит, что ты тут делаешь на Найксе на своем? Залезу, на меня там понакидали. Вылазить не буду пока. Крипы рядом. Крип.
рядом. Не будем прошлой ошибки, так сказать. Видели крипа, как он цапнул резко. Жесть. Чуть не задушил опять крипа. Ну, вот это, знаете, типа такая. Напряг есть такой. У меня DR25, если буду играть в фан-клубе, буду просить слот. Не вопрос, я оформлю. Не вопрос. Сейчас. Этих чуваков задушим. Все, благодарочка. Одна ошибка, это ошибся. Именно. Привет, Стамбул. Привет. Так, 18 минут, еще 20 минут. Сейчас рейнджера скачаем еще. Что там опять дерутся ребята, да? Да ты ему хукшотни просто. А, там нету. Вот там ночь. Вот там ночь. Блэк Холли. Самое обидное, мне нельзя залазить в этого. Нельзя залазить в крипа. Давайте восстановимся. Отключим. Хорош. Full HP. Цене тогда просто поздравляю. Не-не-не, нифига. Ты же спонсор. Ты же спонсор, почему тебе не это? У тебя привилегии есть. Чем бы не пользоваться. С Лондона, привет. Ты серьезно с Лондона? Не верю. О, не надо, плиз. Халенги, доиграть надо. Ля, МХ. Сларк, МХ. Бан. Выйди тогда со стрима. Что там, говно не нравится? Ну, пусть выйдет, парень. Чем проблема? Если кинуть третий скилл, будешь больше отжираться? Конечно. Там всего с магией отжираешься. Со всех кнопок. Ванды офигенная вещь. А в своего можно крипа залазить? Нежелательно. Тогда я его добью же. Тоже нельзя так. Так, нельзя. Соточка урона, это хорошо. Я хочу сейчас дамагу одеться максимально, чтобы можно было пробивать за рейдж и ванды, и все. Как будет мощно-то, пацаны. Не отвел, да? Нифига не успел в хитбоксы. Пятьсот золота. Хотя да, знаю такого игрока. А, у него маны нету. Не, жаробонита сегодня не было. Чаленги лютые, конечно. Сегодня вечер чаленгов. Чаленги страшные. А тогда же не дадут за фарм. Считается же или нет? Считается фарм. Добил крипа, фарм. У меня типа челлендж 30 минут без фарма. Слайнов фарма, естественно. Ребята зря там так дерутся. Сларк, если умрет сейчас, да, ГГ. Очень сильно мипа камбэкнется. Я очень долго буду еще. Он крепкий. Крепкий парень там. Yeah.
Бэха. А стен там жирный уже, да? Аппаратус. Вот этого надо задушить. Как же ему больно, я жесть как пробиваю. Тапаю просто. Тап. Сало быстро, сейчас день. Сало быстро кончится. Ой-ой-ой, хорошо. Хорош. Просто лучше. Лучшая команда ever. Войд весь мипа кто кого. Войд, конечно, закупал одного, поймает мипарика и все. Челленги 0 киллов нет, не удалось. Там команда не справилась с управлением и врезалась, короче. Врезалась в пятерых жестких героев раскачанных. Это точно ТБ, это ТБ. Это зашло ТБ. 24-я минута, хорошо. Да, Тима отыгрывает, красавчики. Ясно. Ясно. Так, ну блэкхолов нету, можно не бояться, в принципе, надо идти не сломать. Команда молодцы. Опа, это что такое тут? Страшно. Я, когда ульта спадет, я вылезу. Мипа топ ломает, да? Ну это вот этот пушерский мипа будет, который будет мозги делать постоянно. Надо много урона и за рейдж пытаться его сливать. Все. Так, 25-я минута, хорошо. Да, я не буду бить его, у меня нету ульты, я сдохну там, сейчас пацаны придут. Не-не. Не заберем. Он опять ульту кинул. Заберем. Гонис. Опа, это что там такое? Го-го-го-го. Хорош. Вон там Брист гоняется, но не потянет. Еще 10 минут, ребятки. Я не могу крипов бить. Бейте. Мипа там бегает. Надо душануть.
хорош. Да, еще 10 минут. А потом можно будет собирать уже. Дособирать молнию. У меня кнопки есть дополнительные. Хорошо. Сларка креветки у меня тут в команде еще. Сларк зря вижен не дает. О. Блэкхолити будет. Не-не-не, под блэкхол не. Сларк много принимает, не захилится. Туда прыгнуть смерть. Не-не-не-не-не-не. Там Black Hole, да, там вон в пуджа дают. Ну хорошо, хоть так. Я лучше пережду. Black Hole, ты там прыгает, просто Black Hole'ом закроет меня нафиг. Аркадий, тот чел просто канал, он хейтер или что? Он не понимает, что... Просто канал, уважаемый, я вам говорю, не капсите, пожалуйста. Надеюсь, вы поняли. Спасибо. Ханли, ой, Ханли, Марат, забей, пожалуйста. Все окей. Где настоящий мип? Вот он, да? У него там что есть? Не могу прочекать настоящего найти. Так, 29-я минута, да? Ларк зря туда против пятерых полез, да? Очень зря. Не-не-не, Ханли, забей, я не тебе. А того бы психопата задушить. Ошалеть. Ошалы, ты еще скажи клубника, бомбы, говорим. Он уже на низу. И подрочер. Блин, тяжело нам так собраться будет, да? Терри, ЛТП, гоним, есть у мипа. У мипа там все есть. Куда Сларк пошел? Что Сларк делает? Ну, моя помощь тут в катке нужна будет по-любому. Надо включаться. Короче, просто пока фармим, ребят. Сларк пошел, сфидил. Я без Сларка не пойду. Нам нужен зацеп какой-то на мипу. А нам пофиг. Джарабанита с фейка. И Джарабанита не хейтит, он нормальный парень. Джарабанита не хейтер. Он нормальный пацан. Джарабанита. Пока что чё это, чёрственько, да, такая тяжеленькая катка. Привет, Варшава. А там свинюка опять умирает. Свинбюка. А он идет на тэпах. И все. Баш нужен, да, можно будет. Но Абиссал сделаем чуть позже. Я взял на скорость атаки, чтобы можно было сейчас драться. Нагинг на мипа, точно. Где креветка? Креветка с таверн только вышла, да? Топорик продаем. Пешку нужно. 30-я минута, до 38-й тянем. Потому что у меня... Я в начале крипа случайно добил, пусть это будет так, по-честному. Настоящий, вот, Скади, Этериал, но не, пока не сильно там, сильно страшно. Там уже Блэкхол почти готов.
Ребятки. Ну, они очень далеко. Я один не вытяну его. Он очень жирный. Чересчур жирный. Я не вылазю, иначе крипа добью. Крипа добейте, я вылезу. Господи. Хорошо. Привет, слот мне, привет. Донат мне. Вот прикольный вы. Слот. Сларк опять соло фидит, брат. Стоп. Ползы. Не надо соло. Сларк. Вместе. Сларка очень много. Так, 34-я, да, минута? Стилерби. Я вылез, когда крип умер. Я вылез именно в тот момент, когда крип умер. Жалко, что Гуинсо не сбивает он. Ой, Гуинсо. На Салго. Если прилетает ульт аппарат, то я забираю. Ладно, я возьму. Я беру, короче. На Салго. Дезоль норм ему. Не всегда. Я дезоль вверх собираю. У меня ТПшки нету, мип, если полетит, ушаете. Будет бубошечка. Ладно, зверинец на топе. Уже на ботами, да? Так, 35-я минута. У меня нету ТПшек никаких. Он нас снесет. Надо его ловить. КГ пустой. Я дефить не могу. Пойдем в суицидальную. Ультанет. Хорош. Хорош. Отойдите. Блэк холл, чтобы не накрыл. Вард, вард, вард. Так, 36-я, да, минута? That was my plan. Маров. Усложняем. Отдаешь стрик мипа. Блин, это вообще жестко будет, брат. Стрик мипарю отдать. Ты псих, что ли? Это ж GG будет. Че у Сларка там есть кнопки? У него КД. Го, Б. Отойдем. Пулза. Спасибо, бро. Но я не знаю, честно, тут ситуация и так все на ладан дышит. Ждем твои КД. Низу умирает, да? Есть. У тебя уже есть, да, все? Свинью КДФнула, на топ парень ушел. Нам нужно мипа зацепить. Пока я не нафармлю, пока я не смогу лайны спокойно толкать. Блин, стрик мип отдать, это жестко. Ну давай после Аегиса, если подеремся. И после Аеги. После Аеги только. Хорошо. Го. Го-го-го, брат. Хорош. Это наш клиент. Отлично. Так, 30. Все, сюда идем. Отлично. Пуш-пуш-пуш-пуш-пуш. По низу. А, он байбекнулся. ББ нажал.
Байбекнулся, но это хорошо. Женя там, скорее всего, умрет. Так, 38-я минута. 38-50, да, было по времени вроде? Но мы Т-шку забираем, и в ХГ надо уходить. Товер и Б. Сейчас смогу уже крипа убить. Дефают пацаны там. Дефают, хорошо. Тавер и Б. 38-50 и начинаем душить. Дефают они там, надеюсь. Сильно не давите. И Б. Б. Сларка, залазим быстрее, доберемся. Б, 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 Б. Неси домой. Меня. Гоу, 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 резче. Дефится. Ты быстрее добежишь, чем я. Хорош. Все, я могу фармить. Отлично. 39-я минута, ребятки. Начинаем фарм. Лайнов можем тоже толкать. Отлично. Сколько нам ульта у меня еще? 60 секунд. Остаемся. Остаемся. Мипа Этериал. Хорошо. Погнали. Балнара не надо, можно вот сюда смело. Вдвоем мы с Ларка, со Сларком, мне кажется, убьем его. Это иллюзия. Иллюз, иллюз. Если его сейчас... Вард стоит. Зе, под вардом ты пахнулись или нет? Да, жесть. А Его уже там закончилось миллион раз. Ушай. Пойдет. Пешка будет, да, если что. А, ну не тревел, хорошо. Что, на тревеле сейчас полетим. Сларка там перчатка зачем-то, не понимаю зачем. Но, видимо, так надо. Баланара можем, смело. О, Лотар. Жалко. Ладно, погнали. Фармить можно, поехали. Виз. Вот если сейчас зацепим, будет офигенски. А, не, не зацепим никак, улетел. Такое позднее время сейчас с нами. Да не за что, брат. Надо башер сейчас взять. Все, погнали колотить. Есть. Стороны отпушены. Стороны отпушены, можем пройти спокойно. И вот он, если сейчас соло Black Hole. Ой, хорош. Это с GG. Это ГГ. Он Black Hole отдал, сейчас зайдем спокойно. У меня ТП-шек нету. Если что, кто там с ТП-шками? Хорош. О, балонорчик. GG. Только Black Hole парень отдал. ГГ стало. Липчик. Пуш, пуш. Зря Сларк это делает, сейчас сдохнет. Хорош. Можем низ смело. Сларк отрегенится и низ. Хорошо, вот это я понимаю, уже пошло дело. Мипа ждет стрик точно, я забыл. Я иду отдаваться, где Мипа? Он на топ улетел. На топ Мипа улетел.
Жесть, там годлайки. Он на топе там стоит. Я не могу ему стрик отдать, потому что он на топе стоит. Ща придет, я сразу в колодец ныряю, отдаюсь. Забирай. Ну, типа, как бы стрик считается. Типа, отдался. КЗ. Ну, типа, он... Ну, блин. Ну, я, типа, два раза не буду точно фидить. Два раза я точно так фидить не буду. Но в любом случае стрик потерян же. Или нет, или да. Как думаешь? Умаров, как думаешь? А я забыл совсем про стрик. Ну, отдался в любом случае. Челлендж. Зачем отдался, спрашивает? Челлендж. Думал, издевка какая. Не. 39 минут без фарма. Катка была. Слайма. Ча уже. Можно норм. Роша есть. У меня башер есть. Норм, окей. Эй, рез его. Можно по топу. Это так и есть, стрик отдал. Все, добро. Хорошо. Так, ну 45 минут. Сейчас уже вот самый начинается интерес тогда... Жесть, Балонар 17 раз умер. Если бы команда не подтаскивала, типа, ну хз. Маловероятно, что тащили бы игру. Маловероятно. Там дерется. Лол. Как так друг друга убили? Без кнопок. Осуждаю. Так, что там, ребятки? Го, поможи, поможи делать. Вызовите мне такси. Сейчас вызову, брат. Бери, Сларк. Выкинь один жавелин. Пусть Сларк возьмет жавелин, пусть один дропнет. Кое. Отдал стрик, а Мипа не удосужился забрать. Но там видишь как, по рандому. Там же ж не надо было вас сидеть, думаю. Топ-го. Все, МКБ-ха есть у пацана, да? Отлично. Поехали. Если он сейчас ошибется, типа смело забираем. Че там, Лотар КД? Есть Лотар же, Рома, побежали. Рома Лотар. Я не думаю, что он так в тупую будет оставаться здесь. Опасно слишком. Пуш-пуш-пуш. Хорошо. Гоу. Лайфстилер. Гем лежит. Его разбить можно. 100 тысяч хп у гема. Кто не видел, ребятки, фишки смотрите на канале. Есть фишки. Можно разбить этот гем. Это вообще не проблема. Где-то примерно за минуту разобьем, если так будем сидеть делать. Хорошо. Погнали. Павел, вызываем такси. 3, 2, 1, поехали. Так, ну там блэкхолы. Даже хз, страшно. Свинюку режут. Пацаны, свинью режут.
О, если бы попал, прикиньте. Я могу прыгнуть в Энигму. О. Успел, хорошо. Вот этого туда же. Жесть, как я быстро. Тык-тык-тык-тык. О, да ладно. Это бубаск. Это бубаск, пацаны. Так, а если мы сейчас умрем, это ГГ, да? Ультра. Мне никто не поможет, да? Мипа не могу забрать. Пацаны на топе отдыхают. И вот бы, если бы помогли, да? На тебе, Ксен, говорит. А, ну GG. Все, трон упал. Жесть, я там ультру еще нарезал как-то. Такая скорость атаки. Тык-тык-тык-тык. Трон-трон-трон. GG. Добейте уже. Женя поджигает, блин, яхту. Добейте. Добейте. Он же может мипа еще закончить игру. Вы не шарите, что ли? Добей. Мипа в трон пойдет. Они рофлятся, они не видят, что я пишут. Мипа может в трон выйти нам просто. А это, скорее всего, сейчас еще и ГГ будет. Жесть. Ой, Black Hole. Ну, сейчас крипы сделают вещи. Или нет? Давай, 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 работай. О, там уже Сларк пришел. Все, ГГ, ребятки. Уф, сделали такие челлендж, парни. Ну, до 39 минуты, можно сказать. Ну, 30, в смысле, неправильно будет сказать, наверное, до 39 минуты я не фармил крипов с лайна. 30 минут, 100%, я не фармил крипов и все-таки выиграли. Да, на Хускаре было намного тяжелее, но на Найксе, конечно же, немного попроще стало. Перепрофилировались и задушили. Так что получилось. Умаров, наконец-то, поздравляю, получился твой челлендж. Хоть и с небольшой погрешностью, когда там телепортом... Телепорт надо было сбивать с ультимейта, но, тем не менее, вроде получилось. Не знаю. Ну, такая напряженочка была, мипа пока ловили. Ну, ГГ. ГГ, неплохо. Надеюсь, в целом тебе понравится. Стрик я тоже, кстати, пацану отдал, как ты попросил. Но это жестко. Жестко. ГГ. Молодцы ребята, тоже в команде отлично сыграли.